with Приветствую вас, друзья. Меня зовут Владимир, и вы на канале BB Play. Сегодня мы продолжаем проходить нашу игрушку под названием Survival The Aftermath. Маленькое отступление. Вышла обнова новая. Называется она Застава. По-английски Outpost. Довольно-таки обширное обновление. Очень много импровизации, улучшений, скажем так, по геймплею, по колонии. Ну, короче, что тут могу рассказать. Прыгаем, проверим. Я уже проверял, ли загрузится предыдущие сохранения. Да, загрузились, все хорошо, все нормально, так что можем продолжать играть. Дети растут медленно, но не полагайтесь на естественный прирост населения, если хотите расширять колонии. Да, насчет это тоже, насчет прироста, то бишь колонии, по плане размножения, как человек задуман в эволюции. Уменьшенные, умножители, так что не так это все часто происходит. Вообще, в общей сложности тоже порезали прибывающих людей, которые будут около ваших ворот находиться. Добавили очень много новых фишек на общую карту, так что заходим сразу сюда, посмотрим, что тут у нас как. По идее, видите, как опять же обнова вышла, все это закрыто. Мы сейчас будем опять же гулять, все искать, все рыскать и проверять, что у нас происходит. Нам надо найти сейчас... Ладно, пока что у нас нету никаких шагов у наших людей. Итак, быстренько по обнове пробежимся, что новенького. Итак, здесь у нас ничего нового нету. Метод бурения как-то было, все осталось, ничего нового не добавили. В производство тоже, опять же, ничего не добавили. Пока что ничего там, ну, кроме того, что были экстракторы в предыдущей версии, колонии называется, да, когда это было это обновление. Здесь, опять же, тоже ничего не добавили нового в этом плане. Только добавили у нас в безопасности, добавили у нас ремонт. Ремонтная мастерская у нас сейчас новая есть. Дальше у нас что у нас есть? Вот пограничные аванпосты, то бишь заставы, которые мы сейчас как раз и изучим. Потом прогноз катастрофы, все, исследование, да, у нас. И, ну и по большому счету так ничего нету. Больше не проделали работы насчет карты и всех остальных точек зрения. Я надеюсь, что там все эти у нас сохранения будут нормально работать, потому что, блин, что-то мне не знаю. Карта выглядела как-то по-другому стилизована. Кстати, давайте выйдем сейчас. А, нет, все нормально. 3D-модельки, они выше и... Тоже, да-да, все у нас переработали, перерисовали. Так, хорошо, значит так, пока что мы ждем. Да, еще одна очень хорошая фишка, так как у нас мы сможем строить аванпосты, то бишь заставы, да, мы можем тогда дальше торговать с людьми, которых, да, ну, там, чтобы торговать, вот у нас есть складочка торговать, и когда наши чувачки, которые там бегают по карте, найдут какую-нибудь... Но какое новое поселение, мы сможем с ними торговать. Пока что ничего за это не требуется, никаких ресурсов нету, но разработчик сказал, что это в ближайшем изменится. Будут какие-то определенные, как я считаю, что они введут какие-то деньги в этом плане, и мы будем торговать между собой. Так как пока что все происходит в одном порядке, то бишь они дают нам, ничего мы им не даем взамен. Итак, что у нас, значит, такое еще у нас такое? Ну, ничего, по большому счету, ничего нет у нас. Ставим вторую скорость, чтобы это все так быстренько происходило. Что еще больше? Походу, ничего не добавили, ничего нового. Да, ну, по большому счету, только аванпосты уменьшили, как я говорил, плодородность, скажем так, да, производство, то бишь плодородность детей, то бишь рождаемость уменьшили. Большинство, конечно, сделано по карте, чисто визуально улучшили все, плюс еще добавили очень хорошую фишку. Так как мы сейчас, вот, например, посылаем, мы можем задать человеку, например, нашему этому чувачку куда-нибудь идти вот туда, не знаю, там, блин, в какой-то квадрат через там 6-7 этих ходов, да. Мы просто там сразу намечаем стрелку, да, и как только у них... появляются свободные очки действия, они автоматически это все используют. Это просто шикарно. Насчет состав. Как разработчик говорил, что на данной стадии, например, если там вы получили какой-то урон, ваши специалисты, на заставах вы не сможете восстановить хпшку. Надо будет вам все равно их возвращать. Но так как плюс у нас сейчас добавили эту фишку, что ты можешь пометить зону, куда идти, это очень вообще шикарно, так что это все отлично. Насчет этого вообще не можно не переживать. Да, конечно, визуально это все улучшено. Почему-то не знаю, как-то тут у нас на стриме можно было подальше отойти. Может, когда мы откроем все карты, мы сможем подальше отойти в этом плане, чтобы больше обзор карты видеть.
Так, я надеюсь, что в дальнейшем у нас тут ничего не сломается, пока мы будем это проходить из-за того, что я перезахоронился поверх старой 49-й версии. Это у нас версия 53. Так что посмотрим. Я надеюсь, что будет стабильно все работать. Так, значит так. Что можем еще? У нас есть очки действия, исследования, может быть, что-нибудь можем исследовать. Ну, походу, нет, он слишком мало их, да. Открытие энергии, это у нас было. Комфортное жилье, это тоже у нас было. Но ремонт, это тоже, это мы потом поставим. Но это как-то так, не, сейчас не так уж важно ремонтировать, потому что они автоматически будут ремонтировать в зоне досягаемости. Например, вот сюда поставить, или какой там у него будет круг, и он будет это ремонтировать. А может, опять же, там можно будет как-то зону перемещать. Не знаю точно еще про насчет этого. Они как-то это даже не упомянули. Ну да ладно. И может быть я просто прозевал, может быть даже в предыдущем обновлении было, не знаю, посмотрим. Так, хорошо, ладно. Почему вот мне вопрос не скинули вот эту тему здесь? Ладно, мы выйдем отсюда. Она скинула, да? Ты иди сюда, значит, по одному выйдем. А почему ты ничего не скинул, чувак? А у меня еще нету... Так, почему ты не скинул... А, все хорошо. Ладно, вот, как я говорю, вот, например, сюда зажимаем, да? Сейчас он, может, откроет, чем-нибудь не откроет, навряд ли. Эта женщина у нас еще без очков действия. Эта женщина с очками действия. Так, видите, да, даже поменялась стилистика этого всего. Вот, видишь, тут все по-другому все выглядит. Ладно, смотрим первую территорию. Ну вот, вообще отлично. Наука. А почему науки 0? А, 362. А, ну опять же поменяли сейчас. У нас показывается в левом над иконкой, визуальной иконкой, сколько у нас остается ресурсов. И, ну, плюс больше информации внесли на табло, чтобы там не были маленькие такие окошки, чтобы определять, что происходит там. Так, значит, все отлично. Ну, так что постепенно развиваемся. Еды у нас много, воды у нас много, энергии сохраняется, все отлично. У нас сейчас настроение. Насчет морали тоже они ничего толком не сказали, но я смотрел ихнюю дорогу развития, что они планируют делать, конечно, очень прикольно. Я потом оставлю под видео ссылочку, чтобы, может быть, вы захочете посмотреть стрим разработчиков по поводу этого всего дела. И там уже сами зацените, вот, как там это все выглядит. Потому что я не вижу смысла это вставлять сюда, я просто могу чисто сам так объяснить, что добавили, что не добавили. Потому что не так уж много в нововведении, просто и довольно-таки, скажу, очень удивлен, что очень быстро обновление прошло. Сколько, 3 недели прошло после предыдущего, или даже, ну, может быть, месяц, скажем так, грубо говоря, ну, плюс-минус, да, я точно не скажу. И хлыбысь тут следующее обновление, ну... Я даже не знаю, или тут радоваться, или тут как-то, блин, задуматься насчет этого, потому что, ну, печатают обновления, вот так не вкладываются, наверное, по 100%. Но можно, опять же, это очень хорошо, что разработчики не забрасывают проект, а развивают его помаленечку, плюс-минус. Вот, и довольно-таки, если вот, например, они сделают то, что они все запланировали, да, там и будет оружие, и закон и порядок, и машины, и все остальное, и так далее, и тому подобное. Довольно-таки интересно будет, что могу сказать, да, но, опять же, как это будет выглядеть, не знаю точно. И доработает, не доработает они это все дело. Ну, посмотрим. Ну, я надеюсь, конечно. Мне игрушка очень нравится. Такая вот, типа, мне вообще нравятся градостроительные симуляторы. Очень нравятся все Sims, Surviving Mars и так далее и тому подобное. Так, ладно, пока мы тут демагогию устраиваем, у нас тут чувачки скинули наши дворфи. Так, короче, ладно, посылаем женщину сюда. Пусть найдет сюда. Так. Этот чувачок, ты иди, вот, например, сюда, посмотри, что у нас здесь. Где ты там, иди сюда. Дайте нам какой-нибудь, ну, каких-нибудь поселенцев рядом. Эта женщина, так, мы выберем ее сюда и иди сюда. А она не скинула фрукты. Бляха-муха-муха, бляха. Ну ладно, потом ее вернем обратно. У нас там как раз составляющие детали. Нужны они очень. Вот. Так, что еще такого? Они такого рассказали, что намечено. Да, ну как у них есть этот, называем по-английски, да, roadmap, да, то бишь... расклад, как они это все будут производить, да, там даты удалены, как там, например, на счет следующее, что было, мне кажется, мобильность, что-то вроде с машинами и так далее. Но они сказали так, что, например, по этому графику, то, что у них намечено, да, у них нету даты, все в связи с тем, что, потому что они не знают точно еще, что они будут делать в первую очередь. И потому мы не знаем, что будет следующее, мы можем просто гадать, да. Надеюсь, что они, может быть, у нас потом как-то не осведомлять, что нам ожидать от них, да.
Так, да, еще что изменили насчет депозитов минералов, да, например, как вот там эскалаторы ставить, да, они будут появляться в таких бетонных залежах, да, например, мы там, или вот тут было у нас, да, где-то перед этим большая залежь бетона. Я надеюсь, что будет работать, если нет, то, блин, это будет печально, надо будет начинать заново. Ну, короче, смысл в том, что, например, когда мы это уберем, вот этот пластик, да, под ним появится еще одна куча пластика. И тогда мы ставим туда экскаватор. И экскаватор уже оттуда вот достает пластик. Он не будет безграничный. У него есть какой-то определенный запас. Или, скорее всего, наверное, здесь будет большой. Очень надо склад. Да, скорее всего, здесь будет что-то, не знаю, посмотрим. Как это не все сделает. Так, ты сюда. Забирай последние очки исследования. Так, дальше ты у нас идешь сюда. А, ты еще не проверил эту территорию. Так, ну, как видите, да, визуализация вообще другая. Сразу видно, что у него огневая мощь 5. Плюс, да, ну, больше информации о головорезов. Банда головорезов и мародеров, которые сумели выжить только благодаря грабежам и разбою. Ну, это понятно. И опять же, указывается, сколько ресурсов, да, ресурсы. Например, 44 доски. Тут эти раньше никогда не показывал, что они имеют. То сейчас, когда мы их убьем, у нас будет доступ к ресурсам доски. Ладно, эту женщину мы сейчас обратно отошлем. Она когда выйдет сейчас, она скинет все. Ну да, но сейчас будем ждать опять, пока это все опрокинет, ну, то бишь возобновится. Так что будет, когда следующий здесь цикл. Ясно? Так, я смотрим дальше. У нас опять что-то проблема с этим, да? С местом. 93% уже наполняется. Хорошо, ладно. Так, эпидемия опять. Первые признаки эпидемии уже делают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка. Люди валятся с ног. Жизнь в колонии останавливается. Сейчас все зависит от того, насколько быстро вы примете меры. Если у вас достаточно больниц с нужными специалистами, эпидемия вам не страшна. В противном случае зараза распространяется как пожар. И эпидемия распространяется волнами. Раз за разом поражая все больше колонистов. Без лечения колонисты погибнут. Больным нужно много пить, а значит уровень потребления воды в колонии растет. Ну, не вдвое, но там вырастет где-то на 40%, скорее всего. Стройте достаточно медицинских учреждений для лечения колонистов. Антибиотики ускоряют выздоровление, найти их можно на карте мира. Ну, это понятно, это как обычно. Больниц, ну, пока что у нас, в прошлый раз нам хватило, но у нас 47 человек, может быть, еще одну больницу построим. Так, чисто, чтобы наверняка у нас все получилось и у нас никто не умер. Давайте до защиты поставим пока что ее, вот, чисто вот, засунем ее тут. Да, только сюда и получается засунуть ее. Вот, и чтобы у нас было 6, считай, мест, и сразу это 6, ну, сразу они все не заболеют, они, как говорится, волнами будут идти. Надеюсь, у нас все хорошо там обойдется. Так, мы уже живем 34 дня. Так, дальше. Ждем специалистов. А, у нас есть какие-то науки, эти, как его, очки науки. Источник белка. Я не хочу, я хочу что-то заняться чем-то другом. Производство энергии. Большая солнечная панель. Массивные аккумуляторы. Промышленная добыча. Вот я хочу вот, ну не знаю, может быть нет. Сначала давайте пойдем по комфортному жилью. Там будет у нас дома хорошие. Или безопасность, например, ремонт. Но опять же, ну не знаю, посмотрим. Не катастрофы на этом как-то так. Сейчас не так уж суть важно. Давайте откроем дома. У нас 200 очков еще осталось, да? 210, ничего не можно на 200, да? Тут тоже, а тут может быть еще нет, тут тоже нет, и здесь тоже нет. Хорошо, ладно, соберем потом очки. Так, дальше. Почему ты тут бегаешь с радиацией? Почему тебя никто не лечит? У тебя же есть место. Лучевая болезнь у него, как говорится. Так, 5 человек у нас здесь. Сейчас у нас наши чувачки уже возобновят ваши ходы. Так. И скорее всего, что в будущем мы сможем использовать что-то куда-то вот это еще. Не знаю только, куда мы могли бы его присандалить, что использовать его, потому что зачем тогда строить склад, если мы не можем что-то использовать в данной пласти. Ну, потому что, не, ну, со стороны логики, да, нам должны ходить-то ядерные отходы, это понятно. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет выглядеть все. Так, здесь больше ничего нету. Женщина, давай где-то аванпост найди. Ой, не аванпост, а это какой-нибудь жилье с кем-нибудь, какие-нибудь соседи найдите у нас здесь. Так, давайте сюда. Ну, так, вы, например, видите, у него точка следующая, когда у него ну, восстановится ходы, он сразу пойдет сюда, не будет ждать моего подтверждения. Эта женщина сюда. Но опять же, ничего рядом нету. Здесь какая-то ядовитая река, ну да ладно.
Так, ягоды собраны. Значит, перемещаем рабочую зону. Не знаю, может быть, нам было лучше сначала начать, ну не знаю. Как-то это все время терять. Зря ли сейчас, если у нас работают эти, как его, обновления, почему бы не использовать их? Ягоды здесь работают, идут собирать сюда ягоды. Так, что там построилось? А, больничка построилась, да? Ну, пока что нам... Ну, можем поставить, кстати. Пусть заранее уже готовится к боли... Один носильщик пока что нормально будет, потому что один день у нас пройдет очень быстро. Так, инструментов у нас 15. Даже, знаешь, что делаем? Снимем отсюда человека. Что с одеждой? 26 одежды. Отсюда человека снимем. Инструменты у нас на паузе, да, стоят сейчас. Хорошо. Рыбка добывает, еда у нас добывается. У нас все, по идее, у нас вообще все отлично. По материалам очень тоже все хорошо. Так, а минус 10 сейчас энергии производится. Ну, вот у нас себе забирается нашего аккумулятора, да? Потому что мы аккумулятор построили в предыдущей серии. Довольно 2000 киловатт, скорее всего, это, да? Как мы там обсуждали этот вопросик. Надеюсь, это так оно и есть. Так, хорошо. Куртка производится. Тут мне как-то не нравится что-нибудь туда забубенить бы. Какой-нибудь домик, не знаю, может какую-нибудь лачугу, не знаю, что-нибудь туда засунуть. Так, у нас еще ничего нету. Аванпост никуда некуда поставить. А, кстати, а где мы можем строить аванпост? Скорее всего, это где-то... Ну, здесь навряд ли будет. Это будет где-то в... Посмотрим. А, вот, аванпост. Например, мы можем поставить аванпост. Давай, например, сюда поставим его, да? Тут даже нету, не указывается, где выход, где вход, и ясно. Может, это сюда кто-нибудь забубенить его? Аванпост все-таки же. Да ладно, черт с ним, поставим его сюда пока что. Вот так. Вот так поставим аванпост. Потом, когда появится у нас какое-то поселение, мы сможем создать... Ой, аванпост мы уже можем сами где-то создать. А, когда он построится, да, мы можем назначить точку, где мы можем собирать, то бишь, скидывать ресурсы. Например, если мы куда-то пойдем далеко, чтобы человечку не возвращаться, не знаю откуда. Так, что я хочу? Я хочу, чтобы ты проверил эту территорию. Что за звук? Ну, это, наверное, это новая озвучка этих бандюканов. А почему ты не идешь? Ты должен был идти сюда. Так, детали. Женщина, ты идешь. Зацени, что у нас здесь. Ну, не, наверное, не хватит очков действия. Не, не хватит все-таки, блин. Облом, облом. Хорошо, ладно. Что нам нужно для постройки аванпоста? Оказывается, ему нужно электричество. Специалисты могут... База аванпоста. Специалисты могут остановиться аванпост в нейтральном секторе на карте мира. Там они могут складировать ресурсы, которые затем автоматически переправляются на склады базы, связанные с аванпостом. Одна база может послужить один аванпост. Кстати, по поводу доставки материалов, которые ты скинешь на аванпосте, на данной стадии он сразу же, мгновенно появляется у тебя здесь. В будущем разработчики сказали, что они это изменят. Ну и я считаю это логично. Они поставят какое-то время... доставки с аванпоста сюда. Эти, наверное, будет, скорее всего, заниматься под вкладка как его, блин, забыл слово, сейчас помню. Ну, короче, мобильность автомобиль или что-то вроде этого, наверное, скорее будет, чтобы быстрее по карте передвигаться. Так, переместить рабочую зону. Дрова у них закончились. Ну, давайте тогда переместим ее. Ну, давайте сюда переместим. Пусть они здесь рубят деревья, потому что у нас тут довольно-таки много деревьев, так что могут потратить время, чтобы дойти до этого места. Так, ладно, поехали. Так, с едой у нас все отлично, так, все это материал отлично. Так, что мы могли бы еще построить? Мы могли построить дома, но я жду, пока не очистит территорию. 46, я хочу этот дом снести. А, кстати, можем сюда забубенить еще один дом? Проверим сейчас, проверим сейчас. Можно у нас тут впендурить его? Нет, нельзя. Так что надо будет снести его и поставить этот дом рядом. Или вообще его снесу. Да, и там поставим, мы будем строить уже другие дома. Так, мы изучили, походу, не? Или нет? Нет, да, изучили двухэтажный дом. Вот мы туда его забуменим. А, кстати, у нас есть местечко, куда можем дом засунуть. Но это... Нет, я не хочу его туда ставить. Так,
брошенные вещи. К вам подбегает один из колонистов. Он говорит, что во время последней вылазки за припасами неподалеку от лагеря разведчики нашли заброшенную повозку, что в ней неизвестно. Она накрыта брезентом, вокруг повозки натоптана. Куда и откуда ведут следы, разведчики не разглядел. Сейчас он просит вашего разрешения вернуться к повозке и посмотреть, ли на нем что-нибудь ценного. Ну дайте ему две доски, это не страшно. Блин, лучевая болезнь, два инструмента, 5-8 ткани. Блин, это плохо. Ну ладно, лучевую болезнь не вылечат. Так, это здесь строится. Сколько, мне интересно, сколько он потребляет энергии, аванпост. Кстати, подождите, да, сейчас проверим заодно. Не говорится, сколько энергии потребляет. Ну да ладно. Проверим. 6 энергии у нас сейчас производится, да? Как только построят, посмотрим. Или использовать что-нибудь оно или нет. Специалисты готовы к работе. Подождем, пока это все достроится. Итак, ничего не использует. Так, да, чтобы поставить новый аванпост, то бишь основать аванпост, мы нажимаем на основать аванпост, и мы видим, куда мы можем поставить, например, аванпост. Давайте поставим вот сюда вот. То бишь, все ресурсы, что мы соберем в этом радиусе, например, да, мы сможем прийти сюда и скинуть их. Ладно. Об этом и понятно. Так, где ты там у нас? Ты у нас здесь. Иди вот сюда. Не хватит, наверное, тебе очков. Вот сюда иди, да-да. Хорошо, это отлично. Это очень хорошо. Итак, соберем мы тогда... Нет, сначала мы, короче, проведем эту территорию. Может быть, у нас будет какое-нибудь поселение рядом. Да нет еще поселения. Ну что ж такое? Не везет нам с поселением. Может быть, здесь поселение будет? Нет, тут опять бандюганы с... Что у нас здесь? Ресурс, как он называется? Волокно. Да-да-да, забыл. Хорошо, ладно. Радиационное заражение колониста, ясно, он лечится, это хорошо. Это хорошо. Так, у нас 62 этих. Давайте построим, значит, тогда еще одну. Там было минус 10, да, у нас электростанцию. Потом уже будем заниматься более продвинутой технологией. Вот сюда забубеним, чтобы по максимуму использовать место. Так, дома, кстати, дома. Мы можем уж сейчас дома, это вот, например, уничтожить. Это уничтожим и построим сейчас нормальные дома. И да, опять же, тоже они задавали вопрос, разработчикам задавали вопрос по поводу, сможем ли мы заапгрейдить дома, вот как они есть. Разработчики сказали так, что они об этом думают, но проблема в том, что тогда им надо было бы поменять, то бишь... сделать один размер всех домов, да, а так мы видим, здесь у нас здесь такой размер, здесь у нас такой размер, в лачугах совсем другой размер, да, и они сказали, что это довольно-таки, не знаю, они не хотят это делать, но не знаю, может, они, но это не отбрасывают, да, они, может, сказать, что они подумают насчет этого, и тогда уже сообщат нам, да, когда мы хотят, и будут, не будут, это уже посмотрим, как это получится у них там, так как эта игра, как понимаете, в раннем доступе. Так, мы сможем здесь его забубенить, кстати, давайте, да, вот так, проверим. Я хочу еще один дом сюда просто забубенить, чтобы у нас было достаточно жилья, или если нам вдруг какие-то колонисты придут. Потому что, как мы уже понимаем, что рабочие, тут все, люди являются ресурсом, да, своим своеобразным. Ну, как в обычных градостроительных симуляторах. Так, убрать это. Это мы уберем. Я хочу тогда по-другому чуть построить здесь. Чтобы это... Ой, назад. Дорогу сразу поставить сюда. Ну, блин. Нет, кстати, зачем? Делаем так и сделаем. А сюда мы просто посадим какие-нибудь красивые деревья, вот, например, да? Что-то... Нет, сначала поставим, например... Поставим вот... Жаровню, например, поставим сюда, одну жаровню поставим, да, у нас ресурсов много, это безобразно, конечно, их использовать, ну ничего, нам надо, чтобы по фэншуй все было, и какие-нибудь красивые, не знаю, ну уж кактус какой-то поставим вот сюда, чтобы сделать больше этих, ставим, зажимаем shift, да, чтобы, если вы хотите больше одного такого строения построить, ну и, например, верки эти вот, раз и два. Ну, же более симпатично это все выглядит. Так, все у нас лечатся. Видите, к воротам пришла группа выживших. Ух ты. Смотрим. Выжившие ищут убежище. Мы боимся радиации. Это неправильно. Нужно принять смириться. Да, большинство погибнет, но сильнейшие выживут и эволюционируют. Это понятно. Твой детей... Блин, как много людей. Ну, берем. Приходите, заходите. Все. Рады вас приветствовать.
Сейчас дома вот достроятся. Нехватка что? Воды. Воды нехватка. Ой-ой-ой, как я так прозевал. Ёшки-матрёшки. Ставим, ставим колодец. Срочно, срочно колодец ставим. Куда-нибудь, куда-нибудь, где-нибудь. Вот сюда, наверное, да? Да, можем сюда поставить один колодец. 24, да? А сколько у нас? 9, блин, мало. Где-то еще можем тут сбубенить, например, вот сюда поставим что-нибудь. Вот сюда, например. Или вот сюда. Не, не получается. А, там воды, наверное, нету. Ладно, сюда. 11,76%. А здесь? Ну, блин, хочешь, не хочешь сюда ставить, конечно. 94. Ну, что так плохо вообще? Дайте нам какую-нибудь водичку забубенить. Что у нас здесь? 71? Нет, 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 это плохо. 76. 70. Блин. Ну, ладно, мы сейчас пока что на паузе, там нам это не страшно. Ну, куда-то забубенить бы вообще было идеально. 62% вообще. Что здесь? 82%, 86, 8, вообще ничего нету. Блин, блинский. А здесь что у нас будет, например, сюда? Не можем, потому что здесь нету вообще. У нас, да, все сухо, все высохло. А здесь 71. 98 это было. 100, вот сюда поставим, да. 1. И сразу, да, надо второй забубенить. Но тут уже не хватит у нас места, да? Эффективность у нас... Нужно про эффективности, чтобы еще один так... 7-6. Да, очень печально, блин. И сейчас так плохо видно, где-то зеленая... Где у нас земля хорошая? 60%. Потому что у нас не хватит, опять же, у нас не хватит воды. 84. Ну, значит, можем сделать, можем вообще забубенить этого вообще, не, чтобы не привязано было. Вот, например, 79. Куда-нибудь сюда на. Не, ну, блин, как-то тупо. 100%. 94. Ну, вот сюда забубеним один. Потом что-нибудь туда поставим. Ставим приоритет сразу на максимум. Высокий. А где у нас тут было тоже? Сюда тоже высокий. И погнали. Надеюсь, у нас все получится, все будет хорошо, и мы не откинем копыта. Так, сейчас тут дом застроится уже. Хорошо, дом построили. А подожди, что у нас с водой? У нас же был резервуар воды. Или мы не строили? Бочка у нас с водой же была, походу, не? Или нет? А что здесь не хватает? Бетона? Серьезно? Стопэ. Стопэ. А что вы добываете, друзья? Бетон. Нам нужен бетон. Кровь из носа, нужен бетон. Ну, надеюсь, что сейчас принесут нам бетон. Закончено строение. Мне казалось, что у нас был, блин, колодец. Я его не вижу. Запас будет расходиться, пока не повысится. Это понятно, что не, пока мы не повысим. Так, сюда сейчас принесут нам... Блин, дети инфицировать колонистов вообще плохо все. Как-то я не уследил за этим показателем. Ну да, я 7 человек же взял, они сейчас больной. Больные, то бишь... Ай, ёшки-матрёшки. И здесь один нужен, блин. Давайте, друзья, быстрее, а то не начнут сейчас помирать у меня. А также не хочется мне... Могильник строить. Очень не хочется. 6-6. А, что-то я прозевал вообще, что у нас уже наши эти уже восстановились. Так, ты, чувак. Ты куда и шел вообще? На ванпост ты не шел, не идешь. Идешь сюда проверять, что у нас здесь находится. Тоже неплохо. Здесь тоже неплохо. Здесь ты уже проверила, да? Сюда-то не получится. Блин. Ну ладно, иди все равно проверишь, что у нас там на следующем шагу. Давайте, друзья, принесите бетон. Срочно нужен бетон. Да, принеси сюда, сейчас будет достроиться его. Быстренько давайте стройте. Здесь тоже, давайте, давайте. Сейчас у нас, мы сейчас войдем в плюс и надеюсь, что это не будет слишком поздно.
Блин, давайте, друзья, давайте. Эпидемия распространяется, я знаю, ну что ж поделать, ну ждем. А специалист готов к работе уже? Что? Как-то так быстро. Так, хорошо, собрала. Ты идешь туда собирать, так, один взрывчик. Поменяли конки маленькие, тоже так прикольно. 70, хорошо. Получил по лещам. Опять, ну что ж такое, одни мародеры вокруг. Ладно, черт с ним. Нам главное пережить сейчас эту вот фишку. Фишку, эпидемию. Будем уже закругляться по большому счету. Строить колодец построено. Давайте второй. Давай, быстренько. Ага. Все, отлично. Все, мы идем плюсом. Все, у нас вода сейчас. Все отлично. У нас вода есть. У нас три больницы забиты до отказу. Отлично. Хватает у нас время. Что такое? Нет. Двое погибли у нас. Черт возьми. Все-таки не успели мы их спасти. Ну ладно. Ну что ж делать, ну, устроим могильник где-нибудь здесь, рядом с традиционной штанчнягой. Да, на 37-й день мы потеряли двоих. Ай-яй-яй, как это все плохо. Где наш, блин, могильник? Ну как-то неудачно получилось. Ну здесь же должен могильник быть, а вот он. Сюда его забубеним. 100%, да, все 100%. Печалька. Ну что ж поделать. Без потерь никак, как говорится, да? Ну ладно, ничего страшного. Два человека, это, конечно, печально, но... Не настолько, чтобы там как-то у нас довольно... 54 человека, у нас довольно-таки большая колония. Два человека, по большому ничего не поменяют. Так, готовы специалисты к работе. Так, ты забрал уже все. Ну смотри, что у тебя здесь есть. Да мы сюда посмотрим, может здесь колония есть какая-нибудь. Я хочу начать... Ну нету там, не знаю, нету. Я хочу, чтобы они начали торговать уже, по большому счету. Ой, опять по башкам получил. Ну ладно. Ну ты иди сюда, может быть здесь что-нибудь будет? Да нет, ну где какие-нибудь колонии? Аванпосты, наверное, какие-нибудь другие колонии. Должны же быть. Так. Странный гость у ворот. Доктор-чародей. Протягивает руки для рукопожатия, к вам подходит весьма необычный мужчина. Привет. Здорово, привет. Ну вот я и вернулся. Начинает он разговоры или нет. Я был здесь раньше. Ладно, неважно. Доктор, человек к вашим услугам. Я могу исцелить любые хворы при помощи своего простого запатентного средства. Запатентного. Какие патенты, чувак? Тут конец света, нах, патенты у него здесь. Сочетающий в себя науку и колдовство. Он утверждает, что может моментально исцелить всех ваших колонистов и не просит за это ни гроша. Блин, ну вот интересно. Давай рискнем, друзья. Давайте рискнем. Блин, да, нет, давай рискнем. Итак, колонист принял ответственное пахучее зелье. Через мгновение некоторые из них начинают биться в конвульсиях. Кажется, он действительно забыл про свои болезни. Им стало просто не до них. Что опять? Кричит доктор. Чердев с досяди тут же бросается на утек, не дожидаясь возмездия. Колонист один, лучевая болезнь. Колонист один, отравление. Колонист один, инфекция. Отлично, блин. Вообще супер. Я знал, что там что-то неладное будет в этом плане. Ну ладно, у нас сейчас освободятся больнички. Так, кстати, знаете, что мы можем построить сейчас? Изучить мы можем... Ой, не то. Изучить мы можем безопасность. Медпункт, ремонт и медпункт, чтобы эти маленькие шняги убрать с карты и поставить нормальный госпиталь. Производство 283, пища 300. Тут ничего у нас нового нету пока что. Потом это мы снесем и поставим нормальные какие-нибудь больнички. Во-первых, я думаю, начнем с этих двух, потому что мне кажется, она должна влезть в эти два места. Ну посмотрим, как только закончится. Третий пошел. То все, у нас болезни закончились, а то бишь это катастрофа, да, которая у нас была, закончилась. И сейчас мы посмотрим, или можем мы засунуть туда могильник, да, человечек идет работать. А, да, посмотрим, или можем... А, кстати, можем сейчас же можем посмотреть, можем засунуть или нет. Во-первых, ремонтную мастерскую поставим. Кстати, давайте его сюда забубеним. Как раз тут хватает места. Потом что-нибудь еще маленькое сюда засунем. Может даже
Знаешь, что сделаем? Так, сюда поставим, а тут второй памятник поставим еще. Вот такой. И сделаем парк. Где это у нас здесь нет? Подожди, 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 где это у нас? Где это у нас? Что-то я не помню, куда это все подевалось. Ну здесь же должно быть, не? Или нет? А, вот же, что это? Ну, бывает. А этот мы поставим наоборот, в эту сторону, чтобы посмотрел. А там мы поставим какие-нибудь другие растения, деревья. Так, кстати. Это уничтожить. Другое, это что-то кто-то лечится. Уничтожить. И я хочу проверить больничку. Поставить ремонтная мастерская и полевой госпиталь. Блин, не влазит жопа. Ну ладно, черт с ним. Какой-нибудь забубеним его. Вот, например, не знаю, вот сюда, например. Вот сюда какой-нибудь забубеним его. Кстати, а почему здесь как-то у нас тут тупо... А, значит, что сделаем вот так, значит. У нас тут дома. Туда мы что-нибудь еще поставим. Сюда мы поставим дорогу, проведем. Вот не такую дорогу. Хочу другую дорогу. Вот сюда такую дорогу хочу. Вот такую дорогу хочу. Нет, значит, сюда не поставлю. Сюда я поставлю. Значит, да, вот так. Вот так. Отлично. А тут мы что-нибудь потом сейчас забубеним еще. Так, полевой госпиталь. Он нуждается в электричестве, как вы знаете, да? Но ресурсов у нас есть. Сюда мы что-нибудь другое поставим. Так, хорошо. Друзья, на этом мы... Ой, что это? Что я тут сделал? А, дорогу. Да, друзья, на этом мы сегодня закончим наш обзорчик нового обновления. Довольно-таки неплохое обновление, довольно-таки интересное обновление, скажем так. Я рад, что наши разработчики этой игры работают над этим делом. Это не может не радовать. Ну, на сегодня мы закончим. На следующей обнове мы уже будем развиваться дальше. Надеюсь, мы доберемся до экскаваторов и начнем улучшать колонию до того момента, пока тут будет уже все раскрыто и все использовано в данной в этом патче, да, как говорится. А на этом, друзья, вам большое спасибо. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайкосик и нажать на колокольчик. Очень я бы оценил ваши комментарии по поводу этой игрушки и вообще насчет советов в общем по каналу. Ну, на сегодня мы заканчиваем, друзья. Желаю вам больших успехов, всего наилучшего, всего доброго. И увидимся уже мы в следующей серии. Скорее всего, это будет уже завтра, опять же, поздно вечером, так как я работаю сейчас. И, ну, все равно я вас не забываю, и вы меня тоже не забывайте, друзья. Вам такая маленькая просьба, да, как говорится. Большое вам спасибо, друзья. Всего доброго, говорится. Пока-пока.